Okay? Okay. Oh, boy. Thanks in the shower. Yes. Говорит, как после душа я. Okay, I go to the water over there. Yeah. Please. Yes. Clean. Clean, clean. Будь здоров, гид. Будь здоров. Вообще, надо было, конечно, одеть свои самые лучшие вещи. Тогда эта прогулка была бы более запоминающаяся. Смотри, какие ягоды. Ну давай съешь парочку. Давай сначала ты, потому что ты предлагаешь. Куда мы теперь идем? Змей посмотреть? А? А что гид там смотрит? Я тоже хочу. Он пытается для нас воды набрать, или что он там? Не, какой-то плод собрал. Надо идти смотреть. Дуриан? О, лесной дуриан. Надо же. Повезло гиду, не зря сходил. Мы вернулись по другой дороге, которая начинается как раз вот за этим вот, не знаю, домиком, да, можно сказать, домиком. И она совершенно другая дорога, ровная, прямая. Не надо лазить, не надо никуда ползти. Напротив вот этой кассы, которая собирает деньги. Я так понимаю, что по этой дороге вообще можно идти без гида и... Ну, бесплатно, наверное, не знаю. Но если бы мы туда пошли, кто бы у нас напросил денег? Никто бы, наверное, не просил, правда? Угу. Ну, тогда без гида. Без гида пойти? О. Что это же? Невкусно. Пахнет невкусно. Почему? Ну и не очень-то и противно. Плоды пальмового дерева, пальмового... Что это такое? Пальмы плоды, короче. Масло пальмовое из этого делают. Нормальные такие ягодки, да? Такой вот величины приблизительно. Ну как понять, готовый он, не готовый?
Может быть. Смотри, я его там пытаюсь сломать, а у него молоко такое выделяется. Это вообще нормально? Это вообще съедобно? Это вообще что? Ты посмотри, все дерево. Все дерево. Нет, это не дуриан, это этот джейфрут. Хлебное дерево. Угу. Не, знаешь ли, наверное, не будем мы его трогать, купим мы лучше на рынке, на самом деле. Еще отравимся, а вдруг это что-то не то. Смотри, там на дереве высоко гнездо. И даже не одно, даже два или три гнезда. Видишь? Два гнезда. Одно большое слева, и вот еще второе маленькое справа.